Сегодня в Абакане появился еще один памятник возле здания МВД. Так силовики почтили память своего товарища, погибшего в Чечне в 2001 году. Сергей Киричок еще весной в 93 году одним из первых пришел в формировавшийся тогда спецотряд быстрого реагирования. Несколько раз милиционер выезжал в командировки на Северный Кавказ. Дважды был награжден орденом мужества. Во время очередной командировки в 2000-м группа Сергея попала в засаду. Милиционер получил 2 тяжелых ранения. Несколько месяцев врачи госпиталей Ханкалы, Ростова, Москвы, Абакана пытались спасти бойца, но Сергей скончался. У него остались мама, жена и маленькая дочь. Сегодня возле здания министерства появился памятный обелиск единственному в Хакасии обладателю 3 орденов мужества. Последний Сергей Киричок получил посмертно. Без него, конечно, очень сложно, очень трудно. Долгие годы я ждала шаги, когда он придет. Прислушалась к шагам. Но я чувствую, знаете, может быть, в это и трудно поверить. Но я чувствую, что он рядом со мной. И он помогает.